Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем натягивать холст. Для этого берем подрамник. У подрамника есть вот такой бортик или скос внутрь. Он нужен, чтобы холст не прилипал при проклейке или при грунтовке к подрамнику. Холст. Берем 100% лен. Почему? Лен не деформируется. Если будут добавки хлопка или еще какой-то ткани, то, возможно, при грунтовке, при хранении ткань поведет себя непредсказуемым образом, и сохранность работы будет под вопросом. Строительный степлер обычный. Скобки. Длина ножки у меня 6-8 мм. Если вы купите больше, например, 10-12, то при желании снять холст с подрамника это будет уже сложнее сделать. Антистеплер. На всякий случай, если вы ошиблись, забили скобку не туда, ее надо вытащить. Вот такие щипцы нам не понадобятся. Они нужны для натягивания холстов большого размера. Вот примерно как у меня за спиной таких. До метра точно их не используют. Ну, дальше, может быть, кому-то нравится, но можно приобрести для больших размеров. Так. У холстика есть кромка, но это удача. Значит, первую сторону я буду набивать по кромке, чтобы было ровненько. Можно прибивать к боковой стороне, можно к задней. Если холстик позволяет и есть запас, то, конечно, тянем его на заднюю сторону. Если обрезали его впритык, то тогда тянем на боковую. Можно немножечко подворачивать край. Это для аккуратности, чтобы нитки не махрились, не торчали. Но эффект чисто косметический. Если не подворачиваете, то ничего страшного. При натягивании желательно, чтобы нитки утка и нитки основы были перпендикулярно. Тогда холст натянется равномерно. Начинаем от середины. Так, равномерно я распределяю, чтобы с каждой стороны одинаково было. В серединку. Вбиваю скобки, сильно тяну в сторону до угла. Ну и где-то через 5-7 на сантиметров я прибиваю холстик. Так. Если расстояние будет очень большое между скобками, то, возможно, при грунтовке холст провиснет и будет такими вот чуть-чуть волнами. Противоположная сторона. Тут у меня есть возможность немножечко загнуть. Сильно натягиваю. Также от серединки в оба конца. Холстик толстенький. Такая складочка. Тяну и по вертикали, и по горизонтали на уголок. Другую сторону. Thank you.
Тянем сильно. Так, вот с боковых сторон у меня запас меньше, поэтому я буду натягивать по краешку. Тоже подворачиваю. Сначала не сильно натягиваю, потому что эта сторона у меня поднимается. И примерно я поглядываю, параллельно у меня ниточки или нет. Рассчитываем так, что если я потяну за эту сторону, чтобы фактура, текстура холста не уползла ни вверх, ни вниз, чтобы они оставались перпендикулярны друг другу. Так, вот сейчас тяну сильно. Вот. Также загибаю краешек. С тоненьким холстиком так прогнуть не получится, ну просто подворачиваю. И уже стараясь сохранить параллельность нитки, прибиваю эту сторону до конца. Уголочек. Загибаю внутрь ушка. Готово. Другая сторона. Степлеры бывают разные. Вот, как бывают удобные, не очень удобные. Это можно в магазине поэкспериментировать. Хватает ли вам руки, да, длины пальцев, чтобы свободно нажимать на ручку, потому что встречаются совсем неудобные, но это неправильные степлеры. Выбирайте себе такой, чтобы было удобно пользоваться. Так, с этой стороны также подгибаем краешек. Вот. И сильно, сильно тянем, примерно представляя, где с другой стороны у вас забита скобка. Ну, если мы от серединки отсчитываем, то серединка соответствует серединке на другой стороне. Дальше. Так, 5-7 сантиметров. Кто хочет, пожалуйста, можно чаще, но желательно не реже. То есть, если прибить очень часто, ничего плохого не случится. Если прибить редко, может провиснуть холстик. Thank you.
Все, холстик натянут, и его можно грунтовать. Желаю вам удачи, до новых встреч!